находимся на строительной площадке компании «Технология», где осуществляется монтаж современного энергоэффективного фахверкового дома. Сегодня мы расскажем, с помощью каких материалов и технологий можно будет сохранять тепло в этом доме зимой и прохладу летом с минимальными затратами на отопление и кондиционирование. В первую очередь, основа такого дома – это качественные строительные материалы, в том числе теплоизоляционные. Для теплоизоляции мы используем плиты на основе жесткого пенополиуретана «Пир». Его монтируют сплошным контуром фасады, кровлю, а зачастую и пол. Так достигается эффект термоса, который обуславливает отсутствие мостиков холода при креплении утеплителя. С нами технический специалист строительной компании «Технологии» Виталий. Виталий, здравствуйте. Здравствуйте. Технология утепления данного дома уникальна и инновационна для нашего рынка. Можете рассказать, в чем ее основные преимущества и особенности? Да, конечно. Дело в том, что в классическом варианте утепления фахверковых домов утеплители закладываются между стоек каркаса. Мы же устанавливаем утеплитель внахлёст всех стоек каркаса, что позволяет оградить весь конструктив, все несущие опоры каркаса, промежуточные опоры каркаса от промерзания, от попадания внутрь древесины конденсата и от образования мостиков холода. Очевидно, не каждый утеплитель способен удовлетворить требованиям такой конструкции. Вы выбрали жесткие пенополиуретановые плиты «Пир». Можете объяснить, чем обусловлен ваш выбор? Самый главный критерий – это, конечно, качество теплопроводности самого материала. У «Пира» очень низкий коэффициент теплопроводности, и если его сравнивать, например, с газосиликатным блоком, то 10 сантиметров утеплителя «Пир» приравнивается где-то в метровую кладку газосиликата. Второй, тоже не менее важный критерий – это его как раз жесткость и плотность. Именно такой материал позволяет реализовать нам ту систему утепления, которую мы внедряем при утеплении фахверковых домов. Также немаловажно, этот материал абсолютно пожаробезопасен и экологично безопасен в том числе. Монтаж теплоизоляции «Пир» можно проводить круглый год за счет ее нулевого водопоглощения и способности противостоять плесени и грибкам. В данном случае мы укладываем на кровлю плиты «Logic Pir Prof» в один слой. Толщины в 100 мм для средней полосы России вполне достаточно. Важным преимуществом утепления является способ укладки материала поверх стропил и силового каркаса дома, что позволит предотвратить мостики холода и промерзание древесины, а также создать уникальный архитектурный облик фахверкового дома. Для стен используем два слоя такого же утеплителя по 50 мм каждая. Благодаря такой технологии утепления более 69 квадратных метров древесины надежно защищены от мостиков холода. Разбежка в швах утеплителя сделана как на основной плоскости, так и в углах дома. Это особенность технологии монтажа? Да, совершенно верно. Дело в том, что при утеплении внешних стен мы используем не один слой материала в 10 сантиметров, а делаем два слоя утеплителя по 5 сантиметров. Для того, чтобы, когда мы первый слой состыковали, вторым слоем перекрыть эти стыки, для того, чтобы в эти стыки не попадал ни холодный воздух, ни влага и не создавался мостик холода. И, что не менее важно, эта технология дает нам возможность реализовать утепление угла именно внахлёст и получить максимально теплый угол в доме. Для лучшей герметизации стыков используем клей-пену Logic Pir, а также алюминиевый скотч. Весь процесс утепления не займет больше 1-2 дней. Сегодня мы убедились, что инновационные технологии могут быть доступными и простыми в применении. А энергоэффективность этого дома позволит будущим жильцам чувствовать себя максимально комфортно в любое время года.